Что скажешь, Спенс? Немного. Приятно выйти на свободу. У нас есть для тебя прощальный подарок. Для меня? Покажи им, Спенсер. Увидимся. Свободен. Ты смог, только не спеши возвращаться туда. Навести свою девушку. 5 лет назад ты дал отправить себя в тюрьму. И я должна была ждать. Прости. Я люблю тебя. Как тебе такое? Погнали! Эй! Генри! Что? Ты говорил, у меня своя комната. Хок, это Спенсер. Спенсер, это Хок. Вы будете соседями. Я хочу, чтобы вы узнали друг друга лучше. Привет, амиго! Здорово. Слышал, тебя выпустили. Эй, садись. У тебя проблемы. Почему? Ты въехал на машине в ресторан! От режиссера Питера Берга. Ты должен рассказать мне, что происходит. И продюсера «Форсажа». Представь. Грязные копы, наркокартели и крупные политики работают вместе. Когда был копом, я пытался поймать их. Но меня подставили. И каков план? Мы раскроем это дело. Ты за? Нет, нет, ты не возьмешь крутую пушку. Хок, имя человека с обрезом, а Спенсер считает налоги. Хорошая шутка, можешь оставить свою пуколку. 6 марта. Ты никогда не учишься. Будешь поступать правильно. В согласии с моральными принципами. Это не бар для бойскаутов. Я думал, ты умеешь драться. Их было 5. Марк Уолберг. Тебе придется пройти босиком через врата ада. Вот как надо драться! Твою мать! Секреты Спенсера. У тебя тут 2 здоровых лба носятся, изображая Бэтмена и Робина. У них и Альфред есть. Не зови меня Альфредом. Марк Уолберг, Уинстон Дюк, Алан Аркин и другие. Режиссер Питер Берг. Только на Netflix 6 марта.